Здравствуйте, друзья! Такой вопрос. Можно ли делать роспись во влажных помещениях и в чем особенности выполнения такой росписи? Нужно ли ее покрывать лаком? Естественно, роспись, которая выполняется в помещениях с повышенной влажностью, типа ванны или бассейн, требует особого подхода в выборе красок и материалов. Если вы не уверены в том, что ваши краски достаточно стойкие и выдержат воздействие активной воды и пара, тогда, естественно, такую роспись лучше дополнительно покрывать лаком. Лак создаст дополнительную защитную пленку на поверхности стены, и ваше изображение будет более надежно защищено. Есть же краски, которые обладают достаточно высокой степенью стойкости. Некоторые краски могут быть даже более стойкие, чем лак, поэтому если вы соблюдаете правила использования такой краски, не нарушаете ее структуру, не добавляете туда более 10% жидкости какой-либо, которая может нарушить связующий слой. Поэтому если ваша работа выполняется такой краской, то дополнительно покрывать лаком ее уже не нужно.